أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولأنا الدائمة على آدائهم أجمعين، إلى آدائه قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي السيستري мы продолжаем наши уроки посвященные вопросам идеологии вопросам убеждения. На предыдущем уроке мы говорили о том, что религиозные знания делятся на три категории. Имеются три категории религиозных знаний. Религия учит человека трем категориям знаний. В первую очередь это вопросы идеологии, вопросы убеждений. А именно вопросы о том, во что мусульманин или верующий должен верить. Во вторую очередь это вопросы практики. Что должен делать? Что обязан делать верующий? чего он не должен делать, что желательно ему сделать, что нежелательно, то есть вопросы шариата. И в третью очередь это вопросы нравственности, то, что возвышает те деяния, те поступки, те намерения, которые возвышают человеческую душу, возвышают дух человека которые пропитывают его возвышенными качествами. И мы говорили о том, что одной из важнейших особенностей и отличий вопросов идеологии от вопросов шариата заключается в том, что изучение вопросов идеологии обязательно, и исследование вопросов идеологии обязательно для каждого мусульманина, для каждого верующего на основе доводов и доказательств. То есть верующий мусульманин не имеет права уверовать и верить во что-либо, что не доказано одним из двух источников, одним из двух источников доказательств, а именно разумом или же откровением, которые являются доводами и доказательствами в этих вопросах, в вопросах идеологии и вопросах убеждений. И мы на этом уроке постараемся доказать на основе разума и откровения, доказать этот вопрос и эту особенность вопросов убеждений, вопросов идеологии. В первую очередь необходимо коснуться того, что Согласно единогласному мнению всех мусульманских ученых, всех мусульманских авторитетов, каждый мусульманин обязан посвящать свое время, свои силы на то, чтобы изучать вопросы идеологии, на то, чтобы постичь истину в этих вопросах. И для этого существует множество доказательств. В первую очередь мы коснемся вопросов и доказательств разума, который является первичным источником в этих вопросах. Первое доказательство заключается в том, что вопросы идеологии имеют чрезвычайно важное значение для человека. Они имеют для человека крайне важное значение. И это значение ни в коем случае нельзя недооценивать. И даже мы можем немного абстрагироваться от того, что мы говорим о верующих и мусульманах, о тех людях, которые веруют в судный день, веруют в наказание, в рай и ад, веруют в Бога. Даже если мы закроем на это глаза и представим себе человека, который не имеет подобных убеждений, является неверующим, является атеистом. Даже для атеиста с точки зрения разума изучение данных вопросов обязательно. То есть разум говорит о том, что каждый человек, вне зависимости от того, в чем он убежден, во что он верит, вне зависимости от этого, он обязан изучать эти вопросы. А именно вопросы о том, откуда они возникли, кто является создателем и существует ли вообще создатель небес и земли, существует ли создатель человека. Если существует, то кто он? Для чего он создал человека? Каков конец человека? Чем закончится жизнь человека? Абсолютной пустотой, небытием или нет? Человек перейдет из одного состояния в другое состояние, как утверждает религия. Эти вопросы являются обязательными. Исследование этих вопросов является обязательным для каждого человека с точки зрения разума. Почему? Потому что когда мы сталкиваемся с предположениями, имеющимися в этих вопросах, то мы видим, что перед человеком встает очень сложный вопрос, очень трудный путь. С одной стороны, он сталкивается с величайшими для себя угрозами с величайшими угрозами. В чем заключаются эти угрозы? Религия утверждает, и разум подтверждает это, разум как минимум предполагает это, что человек, закончив свою жизнь, будет отвечать за те действия, за те поступки, которые он совершал на протяжении всей своей жизни на протяжении вечности. То есть будет отвечать за свои деяния, за свои поступки на протяжении вечности. И в зависимости от того, какие деяния он совершал, его, он получит наказание, вечное наказание, или же вечное блаженство, вечную награду. То есть человек, сталкиваясь с подобным предположением, не имеет права относиться к своим убеждениям, к своим взглядам, не имеет халатно, не имеет права халатно относиться к своим действиям. Это подобно тому, как если бы человек, находясь на перекрестке, на очень оживленном перекрестке, где машины с большой скоростью передвигаются, стоя в середине перекрестка, он рисковал бы тем, чтобы, тем, чтобы попасть в аварию, попасть под машину и лишиться жизни. И при этом очень долгое время раздумывал бы над тем, куда ему двигаться. И при этом предполагал бы, что эти, некоторые из этих путей, которые стоят перед ним, приведут его к неминуемой гибели. И при этом этот человек отнесся бы к своим действиям, к своему пониманию того, что творится вокруг него, халатно. Не стал бы исследовать вопрос о том, куда ему двигаться, какой путь выбрать. И направился бы на угад. Направился бы по тому пути, который ему больше всего понравился бы. Был бы ему более приятен. Направился бы по тому пути, Который был бы наилегчайшим для него. Но вопросы идеологии являются еще более важными, потому что здесь на кому вопросы вечности. Только задумайтесь и сравните. сравните свою жизнь, на протяжении которой вы непременно испытываете трудности, порой эти трудности бывают невыносимыми. задумайтесь о том, что вы столкнетесь с этими трудностями на протяжении целой вечности. И даже более того, трудности на порядке будут сложнее и невыносимее. Имеете ли вы право сегодня, когда вы можете влиять на свое будущее, и не просто на будущее, а именно на всю свою вечность, когда вы можете повлиять на свою вечность, имеете ли вы право Халатно отнестись к этому, забросить исследования, забросить те вопросы, которые могли бы ответить вам на эти важные вопросы, на эти важные моменты для вашей жизни. Имеете ли вы право халатно отнестись к этим вопросам и жить как попало, верить во что попало? Конечно же, разум утверждает обратное. Разум говорит, что если вы сталкиваетесь с каким-либо деянием, с каким-либо путем, с каким-либо поступком, который предполагает, даже всего лишь предполагает, что в конце этого пути вы столкнетесь с трудностями и с проблемой, разум подсказывает вам, что лучше избежать этого пути, лучше обойти этот путь. Например, перед вами стоит стакан воды, и вы предполагаете, что эта вода может быть отравлена. Позволяет ли вам разум отбросить это предположение? Позволяет ли вам разум халатно отнестись к этому предположению и и спить из этой воды? Конечно же нет. Разум утверждает обратно, разум утверждает о том, что лучше обойти это. Так вот, религия утверждает, что каждый человек будет отвечать за свои деяния. И вне зависимости от того, кем вы являетесь, верующим или атеистом, вы не имеете права как минимум халатно отнестись к этим вопросам. Вы обязаны с точки зрения разума исследовать эти вопросы, потому что на кону вся вечность, вся вечная жизнь человечества, каждого в отдельности человека. Каждый человек, как минимум, предполагается, что будет отвечать за свои деяния, получит награду за добрые, благие поступки и получит наказание, жесточайшее наказание за свои преступления и дурные поступки. Поэтому это первый, первый довод разума, что разум подсказывает о том, что предполагаемую опасность человек должен предотвращать. А чтобы предотвратить эту предполагаемую опасность, он необходимо должен изучить, исследовать, исследовать данный вопрос и понять, на самом ли деле эта опасность существует. Как минимум, исследование разумом является, согласно разуму, является обязательным. На этом все. Со следующего урока мы коснемся некоторых доказательств доказательств из откровения обязательности и необходимости исследования и изучения вопросов идеологии. Ассаламу алейкум, рахматуллахива баракет. and uh